Всем привет, мои дорогие друзья, мои хорошие. Вчера не могла снять видео, позавчера тоже, вы меня извините, просто у меня умер мой котенок. В общем, я его так любила, он ко мне так... Когда я приходила, он передние лапки тянет и ко мне. Я трехцветного кота ждала 3 года, я даже желание загадала, чтобы моя вот эта трехцветная кошечка... окатилась трехцветного кота. И он прям был точно похож на нее. И никто не верил, что у меня трехцветный котенок. Ему даже года не было. Но он все время со мной. Я даже в туалет иду, а он со мной сидел. Ну, тяжелое состояние у него было, конечно. В общем, его попинали хорошо. И он на всю ночь остался у нас в палисаднике на улице холодильник. В этом холодильнике, в старом. Ну, в смысле, он без дверей, без всего, просто спрятался там. А утром уже, когда родители пришли, а он там лежит, а ноги отказали, почки отказали. В общем, ему задний хребет там весь отбили. Вот. И почки были воспалены, то ли отбиты. В общем, у него отсохли яички. И почки, видимо, остановились, встали. Потому что, когда я... Он был у родителей, когда я пришла... Он мои руки вот так вот, он любил мои руки на моих ладонях, постоянно голову положит, спал так. Мою руку вот так вцепил и не отпускает. Я туда руку, а он рычит, ну, это злится и назад мою руку. Говорит, не уходи, прощался со мной. И я говорю маме, я говорю, он не выживет, говорю, мам, все, говорю, умрет. И правда, мы через час, я плакала так, через час уехали, и он умер. Короче, через час, как мы уехали. Я не хотела смотреть на его, как бы, как он умирает. Все вот это вот. Для меня это очень больно, очень сложно. Не знаю, попросила кошку, может, еще мне подарит такой подарочек. Просто я очень люблю животных, и собак, и кошек. И я такой человек, ну, не знаю, я вот вообще любых. У меня даже вон чужие во дворе собаки ходят, я кусочки хлеба вынесу, дам там, разговариваю с ними, глажу их. Вот. В общем, вот так. Вот, сегодня у нас будет печенька «Новый оскол» и горный в мокром виде. Горный я замочу. О, как шипит, аж пузырьки вот так прыгают наверх. Вам, наверное, не видно. Вот. Ну, пока что. Грызем новый оскол. Очень вкусный, хрустящий. При разжевывании образует, кажется, с крупинками. Пачкает.
жду не дождусь 21 число. Получу пенсию, закажу мел и глину. Пиленные хочу. Хочу глинки заказать для паст. Вообще, сухие сорта хочу с пастами. Оставлю пока этот кусочек. Попробуем мокрый. Печенька горный. Не чувствую вкуса в мокром виде. Какой-то безвкусный стал. Сейчас возьму другой мелок. Взяла печеньку Элен и солнышко. Солнышко. Мокрый. Вы знаете, вот я люблю мел, но и глину я полюбила тоже, потому что глина, у нее вкус намного насыщеннее. Она сытнее. И вкус, вот эта пыльность, вот эти запахи с детства больше содержатся в глине, чем в меле. Хочу сухие сорта, не могу вот это вот ощутить, вот эту побелку, пыль. Жирные сорта, что-то особо сейчас не хочется. Иногда хочется сухих, иногда хочется жирных. Вот. И задают мне, почему я ем передними зубами. Я уже неоднократно объясняла. Я только-только вот буду лечить пока что. Ну, вставлять, наверное, весной. А если я вставлю, я боюсь уже есть мел. Но все равно буду я его есть. Вдруг я сломаю эти вставленные зубы. Это Элен. Вкусненькие.
жирный. Запах прибитой пыли. Асфальт прибитой пыли. Положу на батарею. Пусть полежат. Хочу заказать у Меланямки. Я у нее постоянно беру. Брала раньше. Вот эти сухие сорта, пиленные ассорти. Глинки. Орские хочу. Этот закат, опал очень понравились. Ну и, конечно же, для паст. Туркестаны. У меня вот... Кстати, Шелк Милк Юля и Анка Софт, они правду говорят, что, ну и я так считаю, то, что много пересорта. Но у нас примерно, наверное, где-то 20 сортов есть мела. Остальные все пересорт. Один и тот же мел, просто под десятками названий разных. Потому что мы берем этот, вот этот, допустим, там, тот же Феникс, там по-другому назван. И те же вкусовые ощущения, та же структура, то уже это. Бывает Севрюкова Белая гора, вместо них пытается Петропавловка, там вот они похожи между собой, сухие сорта, да. Просто разные пласты попадаются, и поэтому другие названия дают. А так это все одно и то же. Глина, да. Могут быть различные. Но все равно. Тот же самый Туркестан. Уже есть Туркестан Белый 2. Туркестан Светлый. Туркестан Кудряшка. Туркестан Сбитые Сливки. Которых не было. Это новое название. Но это же то же самое. Тот же самый карьер. Просто или пласты пересушивают, или просто пониже, поглубже берут. А структура то же самое. Новый оскол. Сосед на крыше снег чистит в гараже. У нас вчера был снег, немного намело. Сегодня тепло на улице. Кстати, с наступающим Старым Новым Годом вас.
Когда смакуешь, такой сливочный-сливочный становится. Вкусный. Ну что, я подкрепилась. Так что, всем до встречи, всем до завтра. Всех люблю, всем пока. Смотрите, что я вся чумазая стала. Пока-пока. Спасибо всем, кстати, кто пишет мне комментарии, кто переживает, кто это, за сочувствие вам огромное спасибо. Я вас всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.